Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, который полностью посвящен новой ведущей Дома 2 Кате Жуже. Заинтересованность ее персоной не случайна. Эта популярная светская львица совсем недавно присоединилась к большой команде телепроекта «Дом-2». Она стала новой ведущей новостей «Дома-2». Несмотря на свою популярность, кастинг на роль ведущей Катя проходила на общих условиях. Катю многое связывает с «Домом-2». Она бывшая участница телепроекта. Жужа – это псевдоним девушки. Первым так назвал ее друг детства, а за ним и все остальные. Она родилась в 1988 году, имеет диплом продюсера, но по специальности ни дня не работала. Бывший муж Кати – это миллионер из Москвы. Он и по сей день оказывает Кате и их общей дочери Николь материальную поддержку. Подробные сведения о бывшем муже Кати отсутствуют. Известно лишь его имя Николай, ему больше 50 лет, и у него есть еще ребенок, более старший, от другой женщины. Лучшая подруга Кати – это Ксюша Бородина. Девушки дружат около 7 лет. Еще одна близкая подруга – это бывшая участница проекта Елена Бушина. Давайте вспомним приходы Кати на проект. Первый раз на «Дом-2» она приходила в качестве гости к Алексею Самсонову. Они даже заселились в городские квартиры. Но участницей Катя тогда так и не стала, а отношения с Самсоновым у нее не сложились. Затем Жужа переключила внимание на Женю Кузина. И эти отношения закончились ничем. Следующим кандидатом стал Олег Майами. Ребята долгое время были вместе и после проекта. Речь заходила даже о женитьбе и о детях, но все-таки они расстались. Инициатором расставания пары была Катя. Поначалу влюбленная в Олега, она не замечала его недостатков, но когда близко узнала этого человека, то поняла, что он подлый и гнилой. Жужа содержала Олега, давала ему кров, но парню с его амбициями этого было недостаточно, ведь Катя и сама живет на деньги бывшего мужа, который контролирует все ее расходы. Через некоторое время Катя снова появилась в «Доме-2». Ходили слухи, что она хочет вернуться на проект и будет строить отношения с Никитой Кузнецовым. Но она приходила только, чтобы пропиариться. Участницы проекта Жужа так и не стала. Расскажем вам про еще один роман Кати за рамками проекта «Дома-2», но о котором говорили все. Это роман с Олегом Винником. Олег потерял 31 октября в небе над Синаем всю свою семью, молодую жену и двоих детей. В соцсетях он публиковал теплые воспоминания о своей семье. Всего несколько месяцев прошло после этого трагического события, как стало известно о его отношениях с Катей Жужей. На пару обрушился шквал критики, и Винник даже удалился из соцсетей. Катя стала защищать своего молодого человека. Она заявила, что никто не имеет права судить его за то, что тот смирился с горем и решил начать новую жизнь. По ее словам, такой поступок должен вызывать восхищение, а не критику и упреки. Катя и Олег продолжили свои отношения, но стали их скрывать. Тем не менее, 8 марта Жужа появилась на дне рождения своей подруги Ксюши Бородиной в сопровождении Винника. Персона Кати Жужи вызывает очень много разных мнений, но ее поклонники в один голос говорят, что она не совсем такая, какой кажется на первый взгляд. Наверное, так оно и есть, потому что даже несмотря на любовь к веселым тусовкам, Катя никогда не забывает о своей дочери и ее благополучии, и она проводит с малышкой очень много времени. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!